14-й международный конкурс артистов балета будет проходить с 3 по 11 июня 2022 года в Москве на сцене Государственного академического Большого театра России. Конкурс будет посвящен 95-летию художественного руководителя и председателя жюри народному артисту СССР, хореографу Большого театра России Юрию Николаевичу Григоровичу. Юрий Николаевич Григорович, у Московского международного конкурса артистов балета всегда была поистине мировая слава. В Москву в Большой театр раз в 4 года съезжаются участники, гости, специалисты со всего мира, и каждая новая встреча знаменует собой новую отметку развития балета. Если хотите, в известной мере определяет мировой порядок в искусстве танца. Мы сохраняем высоту и привлекательность конкурса. Он по-прежнему самая авторитетная инстанция в мировом конкурсе движения. Я буду освещать, какие будут происходить изменения. Вот такие молодежь, взрослые. Так что вот так. Обожаю балет.